Более 30 саженцев молодых елей высадили в областном центре в рамках национального проекта «Жасыл Казахстан». Организована экологическая акция. Масштабные мероприятия по озеленению проходят по всей территории областного центра. Акция направлена на уборку мусора, расчистку водоемов, озеленение и экологического просвещения молодежи. Также Центр общественного развития внес свой вклад в поддержание порядка на улицах города. Сегодня хорошая погода. Мы решили заняться посадкой. В прошлом году мы также проводили эту акцию, в которой было посажено более 10 елей. Посадка деревьев стала для нас доброй традицией. Хочу также выразить благодарность представителям других организаций, которые приняли участие. Неравнодушные люди. Мы хотим действительно высадить эту ель. Хорошая площадка здесь, зона отдыха. Чего у нас не хватает? Я думаю, если вот так вот все будем потихонечку двигаться, вот, и вносить свою лепту, зеленый город, Жасыл Елдеймес, вот, то тогда, конечно, наш город будет светлый, теплый, красивый, уютный. В конце мероприятия организаторы поблагодарили за проведенную работу. Также данная экоакция будет продолжена в дальнейшем. Рахат Салеев, Дархан Мужибаев, Кукчи Акпарат.